Сегодня в Татарстане подтверждено 39 новых случаев COVID-19, все контактные, 11 человек госпитализированы, 28 лечатся дома. Наибольшее число заболевших в Казани – 21 человек. На втором месте – Нижнекамский район, там 4 заразившихся. Выздоровели за сутки 32 человека. Татарстан может перейти на второй этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии. Предполагается возобновить работу детских оздоровительных учреждений и разрешить открытие торговых объектов площадью до 800 квадратных метров с отдельным входом. Какие конкретно послабления начнут действовать, станет известно после 24 июня. В центре Казани изменит схему дорожного движения, часть дорог станут односторонними, на улице Правобулачное движение будет в обратном направлении, а на Левобулачное будет двустороннее местное движение, велодорожки и расширенные тротуары. Участок этой улицы от Татарстана до Парижской коммуны будет пешеходным. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет шілтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын тайынғы ру сайтында қорап болады.